Злоумышленники украли у саровчанина мотоцикл. Преступники сбили амбарный замок на гараже и унесли оттуда самое ценное. Пропажу хозяин обнаружил только через несколько дней. Ущерб мужчина оценил в 239 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту Б, В, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража». Из похищенного имущества самое крупное – это мотоцикл. Ну и остальное имущество, то, которое находилось в гараже. За минувшую неделю на дорогах города произошло 9 ДТП. На парковке рядом с парком Зернова саровчанин на шестерке врезался в бордюр и съехал в кювет. Мужчину госпитализировали с множественными переломами бедренной кости. По данному факту нами изначально было возбуждено административное расследование, но в настоящее время дело передано в Следственный комитет для проведения проверки. Так как в действиях, вернее не в действиях, а в данном происшествии усматривается попытка суицида. 14 ноября примерно в 17 часов на трассе около села Кременки 36-летний водитель «Лады Приора» вылетел на встречку, не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями – «Kia Sportage» и «Hyundai Solaris». Как рассказал в соцсетях очевидец и участник ДТП, «Приора» неслась перед ним на огромной скорости, резко пошла на обгон и столкнулась лоб в лоб с белой «Kia». После, крутясь, отлетела в машину очевидца. В «Хюндай» был 11-летний ребенок. Он и водитель не пострадали. В результате аварии от травм, несовместимых с жизнью, скончались трое саровчан. 36-летний водитель и 31-летний пассажир отечественного автомобиля, а также 26-летний водитель «Kia Sportage». Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.